Опа! Ну, от слэша, конечно, вот всегда радостно видеть такую атаку. И кожеголовый! Оу! Ребята! Вот так вот, только слэш вот и это... кожеголовый атаковали, и все. И атака слэша, слэш, торнадо! Слэш, торнадо, поехали! Бам! Хорошо, Макмана как и не бывало. Ну-ка, ну, о, еще одна массовая атака, бабушкин холодильник. Ребята, бабушкин холодильник, вход, и всем пока. Нет. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал. Нажми на колокольчик, поставь галочку, сохрани и будь первым. Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Детол, и мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Ребята, у нас Черепашки-ниндзя-легенды, миссия в подземелье, и сегодня играем вашими составчиками, которые вы напишите в комментариях. Поехали в бой. Ну что ж, первый состав от нашего подписчика. Шреддер. Неожиданно. Неожиданно. Дальше. Сплинтер. Сплинтер. Тихо. Да, практически нашел его. Нет, не нашел его. Ну как же так? Где же наш мышь? Слушай, он как-то переместился. Вот он. Да. Кожеголовый. Кожеголовый. Кожеголовенький. Давай, где он наш? Где-то он здесь был. Крокодил Гена. Да. Так, Острозуб. Ничего наш. Себе. Да. И Рафильм, контратака наша. Контратака. Какая? Бабушкин холодильник. Бабушкин холодильник. Точно. Поехали точно. В бой. Три волны у нас, значит. Ох ты как, мы в подземелье. Кто у нас из противников сейчас будет? Ты смотри, белконоид и два скелетика. Скелетика с ведрами на голове, а? Так, контратака Сплинтера. Кстати говоря, ребята, неплохо. Предыдущее видео было просто эпическое, потому что мы сражались за плохих ребят. Да, ребята, против Сплинтера и черепашек из мультика. Обязательно посмотрите его, оно вышло вчера. Это было какие-то реально крутые битвы, обязательно круто. К просмотру прям. Ребятки, если хотите такие же персонажи, как у нас, такие же мощных, прокачанных и сильных, пишите нашему подписчику, ссылочка будет в описании к этому видео, уточняйте у него условия, и он вам обязательно поможет. Так, ну что же, Сплинтер атакует, Шреддер уже успел вынести белконоида. Ох ты, массовая атака, какая она все-таки эффектная, да? Он да, так прям да, да, четкая атака. Бьет одного, и раз... Ох, вот так красиво, ребята. Слушай, вот так красиво, потихоньку они у нас жизнь-то и отнимают, понимаешь? Да, потихоньку отнимают жизнь, а у нас только хил у Шреддера, который не очень-то и мощный, да? Да, ну что же, поехали дальше. Смотри, у Острозуба-то вообще там пол хелса нету. Да, совсем да, нет. Да, совсем, половины нету. Кожеголового, смотри. Давайте вынесем Баксер Сок на флай. Поехали, Сай выбрасываем. Оу, бросаем и 3700. Хорош, Раф. И подлечимся. Да. Время подлечиться. Время хила. Надевай бахилы. Так, и атакуем. 6500 даже. Слушай, я что придумал? Заходишь в поликлинику, и у тебя время хила. Время чтобы хила, надеть бахилы. Бахилы, да. Поехали, почему в поликлинику? Ну, может, спортзал? Не, ну хилишься в поликлинике. Восстанавливаешь здоровье. Время хила. Ну да, кстати говоря. Нормально придумал? Да, в больничку пришел. Время хила, надень бахилы. Вот так вот, ребята. Так, поехали. Бам. И еще атака от Шреддера. Та-дам. Нет. Отлично, да отлично ударил. Слушай, с пониженной, с повышенной защитой, ну... Ах, вот это... Да потихонечку, да, прям все вот так дамажит. Ну, вот крокодильчик хорош, молодец. Но он здоровый, конечно, ему-то и не бить так сильно. Да здесь все, знаешь, такие не маленькие, на самом деле. Я думал, крокодил-то будет побольше всех, а он... Да, вот сразу больше оказывается, да? Да, здоровяк прям совсем. Давай, контратак, Сплинтер, супер! И добивает. Добивает вот так... у нас мышь, мастер-мышь. И мы переходим на третью волну. Ох, ребята, Макмен, Крип, Паукус, Пиццелицы и Джастин. Вы что, издеваетесь, что ли? По катушечке. Ага. Слушай, да мы их массовыми атаками, смотри, сейчас завалим. На давай. Изи просто. Клан футовцы полетели. Разнесем. Полетели. Ну-ка. Ну, о, еще одна массовая атака, бабушкин холодильник. Ребята, бабушкин холодильник, вход, и всем пока. Нет. Ты смотри, остался Крип, вот живучий гад, а? И все, и победа. О, ребята, это прям было эффектно и красиво. Шикарно просто. Так, ну что же, мы сейчас будем играть еще за один состав от наших подписчиков. Да, да ребята, если да. вы хотите, чтобы мы поиграли за вашу команду, пишите ее в комментариях. Мы постараемся за нее сыграть и... Короче, да. пишите. Да, пишите, ребятки. Ну что ж, у нас следующий составчик. Да. Кожеголовый. Кожеголовый? Конечно. Опять? Конечно. И Слэш. И Слэш? Да. И Макмен.
Ничего себе, прям зеленушка у нас. Зеленушка, веселушка. Так, и Макман, где наш, да? Ну, Рафмульт. Рафмультик, тоже хорошо. И Донни, криминальный. И криминальный Донни. Криминальный Донни будет заправлять его командой. Так, из здоровяков, да? Вот он наш криминальный Смотри, Донни. Смотри, такой злобный прям, с мечом такой прям. Ух. Таким с мечом? С палкой. С шестом. С шестом. Пусть будет шестом. Так, поехали. Здесь, как всегда, белконоиды и два скелетика 76 уровня. И да. Донни уже атакует шестом. Молодец, шестом. Бо у него палка, а не шест. Ну, понятное дело. Палка Бо. Бо. Вот так. Так вот. Оружие называется. Да. Хорошо. И атака массовая против нас. Ах, красивая, ребята. Кому нравится такая атака, поставьте лайк. Да и вообще, кому нравятся черепашки и канал Детол, обязательно поставьте лайк. Поддержите нас, ребята. Оба-на! И последний остался. Ба-бам! Бам! Ну, Макмен, ребята, как всегда, в своем репертуаре. Один удар лючком, который прилип к его ноге. И все. Так, ну что же, здесь нужно Бакстера стоп на флай. Бакстер, очень точно. Важно, очень важно его вынести. Очень важно, ребята. И Донни, гнущийся своей палкой, бьет! Бам! Заблокировал способность. Хорошо. И теперь слэш выпрыгивает. Время сесть. Время есть. Так, и бам! Хорошо. Кажеголовый. На Макмана, смотри, напал таракан, а Макману все нипочем. И давайте сейчас повысим атаку, нам помощнее будем. Раф рьяно кричит с огненными глазами, а Макмана атакует и понижают ему защиту, очень плохо. Слушай, у него мало хпшечек осталось, а у нас даже неким подлечить, неким. Неким? У нас нету хила? Нету у нас хила, понимаешь? Опа-на! Не, у нас есть что-то подобие что-то хила подобие у Донни, но да. Оно не зарабатывает. Слушай, Донни себе броню сделал? Да, красавчик. А, смотри, Макман повысил все защиты. Вот молодцом, а? Так, и остался только один жучара. Ну что же, удар хвостом. Усатый таракан наш, а? Или он не усатый? Усатый, да? Усатый, конечно. Конечно. А как таракан без усов? Таракан всегда с усами, ребята. Так, ну и что ж, у нас следующая. Третья волна. Ах ты, смотри, здесь Кирби, Змейка, Джастин и Пиццелицей. Поехали, с Кирби начинаем, кусочек экрана в него бросаем. И бабах, но и один грипп у нас здесь есть, ребята. И фокус снял. Грипп по-любому здесь самый крутой. Слэш бьет! Опа! Ну, от слэша, конечно, вот всегда радостно видеть такую атаку. И кожеголовый! Оу! Ребята! Вот так вот, только слэш вот и это... кожеголовый атаковали, и все. Вот это разнос! Два самых мощных новых персонажа, ребята. Так, ну что же у нас, следующий составчик, следующий, ребята, на подходе от нашего подписчика. Пишите ваши составы в комментариях, мы обязательно сыграем. А у нас слэш! Слэшик, да. Кейси Джонс. Кейси Джонс. Кейси, тихо, подожди, где там наш Кейси? Да. Рафаэлла из мультфильма. Рафаэлла? Рафаэлла. Райское наслаждение? Да, райское наслаждение. Где он там райское наслаждение? Из фильма, подожди. Из мультика. А, дальше. Из мультфильма. Дальше. Кейси из фильма. Так, кстати, Кейси из фильма очень прикольный. Очень хороший у нас шахматист, опять хотел сказать. Но он у нас... Что-то я его, правда, найти не могу. Да не, есть он, 100%. Давай туда. Да, вот он, рядом вот с Кейси оказывается. Отлично. И Раф из фильма опять. И Раф, два Рафа, короче, у нас будет сегодня. Два Рафа, два Кейси и с ними слэш. Вот так вот. Ну, я думаю, эта команда должна справиться, смотри. Конечно, ты что, у нас здесь слэш есть. Хо. Смотри, прям стали Кейси... Да-да, по очереди. Да-да-да-да. Через одного построились. Ну, в общем-то, как выбирали, так они и стоят. Да? Неудивительно, да? Нет, ну обычно не всегда так бывает. Ну, не всегда так бывает, да, ребятки. Ну что ж, мочим мышей. Опа, смотри, с одного удара. И вот этот щелчок, да, такой, бам, его. И еще один удар от слэша. Даже слэш не справился, да как так? А вот так вот, а Кейси справится? Кейси справился. Так, повышаем нам атаку, и мы будем еще быстрее расправляться с противником. Еще мощнее, ребята, еще сильнее, вот это круто. Ну не с одного удара, представляешь? Да, представляю, Раф-то такой здоровый у нас, черепах. Ну и вот Кейси еще один. Хорошо, ребятки, первая волна на изи, вторая на подходе. Ну кто у нас здесь будет-то, а? Какой-нибудь Бакстер, Стокман, Флай, а Макмен, представляешь? Макмен и их четверо. Три рыцаря, да. Ничего себе, один не хиллер, хиллеров нету рыцарей, кажется, да? Итак, булавая такое. Давай, слэш. Катимся. Бабах! И заморозили. Отлично. Давай попробуем шайбу прям загнать в
самую мусорку. Ух ты как! Практически, сильно, практически. Да, практически добили, и Раф добивает. Отлично, самого главного здоровяка мы одолели. У нас осталось три рыцаря, ребята, и надо атаковать. Смотри, сейчас кейс с одного удара. А, нет. Нет, не получилось. Да, не получилось одного удара, но ничего страшного. Но вот зато... Смотри, как у нас себе кейс из мультика, да? Вообще пострадал мощно, ребята. Еще одна массовая атака и... Ах, защиту понизили. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это очень плохо, ребята. Ай, да. Теряем Кейси. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, недолго защита у нас была понижена. Ну, хорошо, радует. Хоть недолго. Так, минус скелет. И второго, последнего. Добиваем. Ну, мимо. Ой-ой-ой, уклонение повысил себе. Мимо. Опять мимо, ребята, атаки все впустую. И массовая атака, да? Нет? Нет, одиночная. Ай, атаку понизил он. Да что? Да, о, все, это отлично. Не помешало слэшу его добить. На третью волну. Слушай, ну здесь будет уже тяжело, хотя у нас есть массовые атаки. Ой-ой-ой-ой-ой, здесь Крип, Макмен, Джастин, Рокзар и еще Бакстер Стокман Флай, Хиллер. Какой Бакстер? Кирби-мыш. Ой, Кирби-мыш, господи, я перепутал. Так, давайте, атака. И, надеюсь, постепенно урон будет. Да, просто добил. Опа, ребята, вот это Раф молодец, повышенная атака. Бабушкин холодильник на повышенной атаке. Ну-ка, всем дамага по максимуму. Всем лежать. О, ну хорошо, хорошо хоть так. Кейси повысил за атаку всем, смотри. Опа, Кейси молодцом. Рокзара добиваем, все равно выть будет. Да, все равно будет на луну призывать. Бьем воющего Рокзара. Опа, хорошо. Пусть воет где-нибудь в другом месте. И атака слэша, торнадо. Слэш, торнадо, поехали. Бам, хорошо, Макмана как и не бывало. Осталось двое и Джастина нет. Джастина добиваем, и остался самый стойкий, это Крип. И его тоже нет. О, ребята, очень шикарная победа. Мы прям сегодня с вами молодцы. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите в комментарии ваш составчик. И до скорых встреч в новых видео. Всем спасибо, ребята. Пока. Пока.